Привет, ребятки! Вы на канале Московский Тракторист. И сегодня такой незапланированный выпуск. Я немножко хочу поделиться эмоциями. То, что сегодня я открыл для себя. Ну и я это передам вам. Они, значит, шли где-то вот как раз где мешаешь. Девки отстали. Только что собачки прошли мимо, и она такая интересная на меня смотрела и обнюхивала. Ну, тут собаки мирные, иначе были бы в намордниках. Ну, что именно я открыл для себя? Сегодня утром я проснулся, и, как всегда, начиная работу с 4 утра, вышел на стоянку, а мою машину перекрыли другой машиной и не оставили номер телефона, чтобы я мог позвонить. Ну, конечно, я сделал им на стеклах соответствующие надписи, но это не помогло решить проблему. Я решил пройтись на работу пешком. А пешком мне надо идти, ну, километра 3, наверное, или 2,5, не так далеко. Но через лес. И я пришел на работу, отработал. Утром померил давление в медпункте. И давление у меня оказалось идеальное. 120 на 80. В общем, я понял то, что нужно ходить пешком. А через лес это еще намного полезнее. Вот теперь я буду идти и сниму вам этот лес и как это выглядит. Тем более, что он очень красивый. Зимой, когда снег, и летом, когда он зеленый. Очередная собачка прошла с хозяином. Здесь очень много людей гуляют с собаками. Ну, а я гуляю сам по себе. Ну что, идем, пока покажу вам лес, через который я буду теперь ходить, когда будет хорошая погода. Самое главное, прислушайтесь к этим звукам. Птички поют. Такой дремучий лес получается. Вот вороны каркают, птички поют, где-то собака лает. Очень хорошая такая эмоциональная атмосфера. Я получаю удовольствие. Ну, идем дальше, будем смотреть что-то интересненькое. Кстати, летом я снимал ролик, по-моему, или не снимал. Я в этом лесу белочек кормлю фундуком. Интересно, они сейчас где-то есть здесь или нету. Но у меня с собой нету фундука. В машине остался. Буду носить с собой пакетик, если увижу, буду их подкармливать. Здесь елка упала, ее прям с корнем вырвало. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. Вот она лежит, но, по-моему, ее не с корнем вырвало, а просто вот так, осторожно, чтобы не упасть. Смотрите, здесь кто-то ходил. По-моему, она просто отломилась. Или ее резали? Да нет, она просто отломилась. Вот видите? Вот. Огромнейшая ель. Немножко прохладно. Я уже даже шапку натянул, а то шел без шапки. Холодновато, зябко.
Вот здесь даже люди прогуливаются с утра. Утром я на работу как шел, а это уже было около 4 часов. В общем, в этом лесу темно. Фонарики, конечно, горят, но они горят у таких дорожек. Тропинки не освещаются. Только специальные дорожки выделены. И смотрю, какой-то парень, хорошенько поддатый, видать, бухал всю ночь. И он заблудился. Говорит, как мне, говорит, найти 4-й район? Куда мне идти? Я, говорит, же полчаса тут брожу. Но я ему показал направление. И он туда и пошел. Будем надеяться, что не упал никуда, не замерз, а дошел. Даже вот так бывает. В темном лесу, темной ночью можно кого-нибудь встретить. Очень живописный вот этот лесопарк или лесопарковая зона. Она такая холмистая. Здесь есть речка, мостики. В общем, очень даже для глаза приятно. А вот еще человек с собачкой. Меня увидели и решили натянуть на него поводок, чтобы меня не укусил. Не бойся, собака. Я боюсь собаки, а собака боится меня. Спускаемся мы сейчас к речке, к мостику. Сейчас вам покажу. Вот мостик, через который мы сейчас перейдем. Вот утром я через этот мостик перешел. И вот этой тропинкой пошел. А мне нужно было вот по этой тропинке и вот туда. Вот немножко я заблудился. Так, вот такие мостики здесь. Их здесь очень много. Вот у нас ручеек такой идет. И вот он туда весь протекает. Так, теперь мне налево или направо? Налево или направо? Так, пойду я направо. В день я стараюсь проходить около 10 тысяч шагов. С утра, пока дошел до работы, я прошел 4800 шагов. Сейчас посмотрим, сколько будет обратно. И вместе посчитаю. Может, уже хватит на сегодня ходить. А вот я и вышел уже к району. Уже видны дома. Вот и цивилизация. Жилой дом. Перед ним детские площадки. О, здорово. Так, а какой это район у нас? 12-й. Или нет? Вот такие детские площадки с такими горками. Прям целый городок спортивный. Так. Ну, идем туда. Слышите, птички поют. Ну, а я пошел не той тропинкой, оказывается. Не в ту сторону. Это у меня 9-й район позади меня. Вот это вот все. Это 9-й район. А мне нужно 12-й. Поэтому я сейчас пойду дальше вдоль этого района по тропинке, если здесь она есть.
Вот такие дома-монстры. Здесь какая-то спортивная площадка. И вот такая вышка. Ну, а мне надо идти куда? Ну, вот сюда, вдоль голубятни этой. Надеюсь, я сейчас выйду в лес, а там будет тропинка другая. Одна собачка бежит на меня, что-то остановилась. Там молоденький щеночек. Любопытные собаки. Я снимаю, они все идут и смотрят на меня. Или им это интересно, или же они смотрят, чтобы я на них не напал сзади. Видят в мне опасность. Вот так. Мы боимся собак, собаки боятся нас. Но я человек мирный, я на собак не нападаю. А вот очередные мостики у нас. Сейчас я буду вам снимать. Вот тот, который был, это был ручеек, а тут у нас речка. Целая речка большая. Ну, небольшая, но речка. Вот какое место красивое. Вообще-то мне надо было прийти вот к этому мостику, вот к этому и вот туда пойти. А я сделал лишний круг. Ну ничего, я же первый раз здесь. Здесь много людей и много собак, поэтому я немножко пошел в сторону от них. Кто его знает, что в собаке на уме. А вот и фонарики, которые ночью светят. Вот отсюда они уже начинаются. И идут дальше и дальше. Вот очередной фонарик. Потом еще один. Ну все, я выбрался уже на главную дорожку, который шел утром, это уже я помню. Вот видите, позади меня фонарики. Вот такие они. И ночью они горят и освещают дорогу. А вот туда дальше, там фонарика уже нет, там темно. Вот так. Ну что, мне осталось уже совсем немного, и я выйду в 12-й район. Ну, а там мне уже буквально рукой подать к дому. Очередная собачка. Какая-то овчарка агрессивная. Агрессивная, но красивая. Так. Снег нюхает. В общем, посмотрела на меня собачка и решила со мной не связываться. Ну, а я вышел уже к 12-му району. Вот у нас уже жилые дома,
А вот трактор ездит, чистит тротуары. Парень на тракторе остановился, говорит, зачем снимаешь? Я говорю, так для канала, заходи, смотри. Вот так. Ну что, ребятки, показал я вам свою прогулку через лес, дремучий лес. И надеюсь, вам это понравится. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Для вас это не тяжело, а мне это приятно. И это помогает продвижению канала. Нам нужно побольше подписчиков. Вы смотрите и не подписываетесь, лайки не ставите. А это нехорошо. Так что ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Пишите, что еще снять. Ну а на этом все. Нет, не все. Сейчас посмотрим, сколько шагов прошел. Мне осталось уже буквально 300 метров идти. Так что это уже нету большой разницы. Сейчас смотрим, сколько уже натопал шагов сегодня. 9266 шагов. Это я на 9.27. Вот так, 505 калорий сжег. Ну все, лимит на сегодня исчерпан. Ходить пешком. Так что пока дойду, будет всех 10 тысяч. А идти мне вот до конца этой дорожки. На этом уже все. Так что ходите пешком, берегите свое здоровье и всем пока!